Номер 1471. События дня. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». За 22 декабря 2019 года, ну, дальше наше обращение о помощи. Комбайн купить фермеру нашему, верующему. Это большая цена. Может, кто-то бы помог. И вот о нем 4 ролика, чтобы убедились, что тут обмана нет. Мы строим православную деревню с нуля в Алтайском крае. Ну и дальше кто и говорит, что это воскресный, за воскресный день. Наше сообщество изучает Евангелие, Библию. И вот то, что между собой переписывается, я все себе забираю. Ну, молодец какой. Да хороший котя, рыжий, рыжий, рыжий. Да вот он какой молодец. Вот и я отошел маленько. Вы курсором задерживаете и можете прочитать.
Это название роликов за воскресенье были. Это я даю отчет за воскресенье. Сейчас пройдем это, поясню, что делали. Ну-ка, давай сюда, иди сюда, иди, иди, иди скорее. Это вот все за воскресенье сходило. Ну как, воскресенье встали, тут Андрей у нас Головач, Володя, в 4:40, как всегда, встали, тут помолились. Ну я тут разбирался с почтой, встал на 2-3 часа раньше встаю, то есть бывает в 1:00 ночи уже на ногах. Глаза уж тут прожег все. Ну а потом утром батюшка был здесь, литургия была с 8:00. Молились. После этого собрания было, причастников много. Засняли, уже выставили ролик, как причастие идет, какой порядок, к кресту подходили. Батюшка поехал сразу с Андреем там болящих причащать там на квартире. А потом трапеза в трапезной. Позавтракали люди и сразу занятия. Занятия по исследованию Священного Писания. Послание, кажется, к римлянам. Нет, это марка Евангелия идет у них. Ну, вот так вот. А потом в воскресенье мы договариваемся, несколько человек, аж 4 пока, заходить в чат рулетку одновременно в течение часа, какие бывают встречи. Ну, а потом уже в 6 по местному времени, в 6 вечера, опять занятия полуторачасовые, 3 раза в неделю у нас идут. Вот так. Ну и показываем все наши ресурсы. Вот, в первую очередь. Вот мой мир. Мой мир. Мой мир. Это Mail.ru его называют. Вот здесь. Как именно так. Вот это вот я в шапке. Тут можно любого хорошо переписывать, все удобно. Фотографию ставить. Ну, конечно, система сильно пострадала, когда можно было на 10 тысяч человек посылать. Вот форум наш. Вот мы показываем его. Православный форум. Очень хорошо составлен, легко искать. Вот. Ну и православный видеоканал. Тут я работаю. 18 460 роликов наших, 44 миллиона просмотров тут, 44 миллиона 585 тысяч, 44 тысячи 100 подписчиков. Ну вот так. Ну и большой очень сайт «Во свете Библии», православный библейский сайт. Это вот то, что мы было здесь показать. По славу Божию.